Азовский рынок в Новочеркасске проверили на пожарную безопасность. Поводом стал сильный пожар на восточном вещевом рынке Ростова. Состояние торговых площадей у комиссии претензий не вызвало. Павильоны сделаны из негорючих материалов, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Торговые точки подключены к централизованной системе оповещения. А вот к прилегающей территории вопросы есть. Продавцы складируют здесь мусор, который, во-первых, может легко загореться, во-вторых, загораживает подходы. Серьезным препятствием для пожарной техники станут и козырьки. Реки павильонов. Это должно быть обрезано по краю. Здесь проехать попробуйте. На чем бы то ни было. На какой пожарной машине здесь? На пожарную безопасность проверят рынки во всех городах и районах области.